Добрый день всем на канале Мои рецепты. Сегодня я сделаю очень нежные и сочные сырники. Прекрасный завтрак для всей семьи. В творог добавляем яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Все хорошо перемешиваем. Для сырников лучше взять домашний творог. Все перемешали, добавляем муку. Часть муки мы будем использовать в творог, а остаток муки будем использовать для обволакивания сырников. Все хорошо перемешиваем. У меня творог густой, поэтому я добавила 3 столовые ложки муки. Если у вас творог жидкий, то муки понадобится немножко больше. Формируем сырники. Получается такой шарик. Обволакиваем его муку. Вот такой сырник получился. Обжариваем сырники на растительном масле. Выкладываем сырники на сковородку на расстоянии друг от друга. Сырники подрумянились с одной стороны, можно переворачивать. Готовые сырники выкладываем на бумажную салфетку для удаления остатка жира. Сырники получились нежные и ароматные. Давайте попробуем. Секрет сочных и нежных сырников в том, что мы не добавляем много муки. Сырники можно подавать со сметаной, вареньем, медом, шоколадом или просто посыпать сахарной пудрой. Всем, кому понравился рецепт сырников, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До скорых встреч!